Здравствуйте, с вами снова Сережа с компании ТЦ Вулкан и мой прекрасный инстаграм, подписывайтесь обязательно. Сегодня мы играли с командой, с нашими настоящими братьями, с нашими друзьями, командой Seven Sky, седьмое небо. Это настоящие звезды, суперзвезды, космос, небо, это все про них, не зря у них название команды именно Seven Sky, как на самой Останкинской башне ресторан крутящийся. Тем не менее, игра была на приятных, нежных тонах. Очень добрая игра, никакой жесткости, ничего. И как, например, спрашивает Юрий Дудь, если вы знаете такого, а он тоже так с такой штукой ходит, он говорит, Путин красавчик, но я скажу не Путин красавчик, а я скажу, Женя Снягин красавчик. Конечно, красавчик, такие прекрасные моменты реализовывал, создавал. Ты красавчик, я хотел с тобой дать вместе интервью, но ты сюда не подошел, но тебе привет. И что я могу сказать вот про него? Вообще команде пожелать. Один из моих главных философов современности, Виталий Кличко, говорил... Я желаю вам, чтобы вы не знали горя и удачи. Я не могу не присоединиться к этим прекрасным словам. И хочется процитировать. Женя, это специально для тебя. Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладкого. Я отвечу, что угнала. Как чужую машину девятку я. Угнала у всех на виду. Так открыто, что обалдели все. Ни за что ты имей в виду. Не верну тебя, бывший владелец. С большой любовью, Сережа с компанией ТЦ Вулкан. Команда Seven Sky, молодцы, вперед, играйте в футбол.